Полина, героиня нашего сюжета, решила, что ее квартире как раз требуется обновление. Ремонт планирует делать собственными силами. Чтобы узнать, каким нагрузкам должен быть готов семейный бюджет, отправилась в крупный строительный магазин. Променять кафель ванной, сантехнику, плюс полы в квартире, обои переклеить планирую. Хотелось бы потолки натянуть. В общем, если все посчитать, нужно будет пару сотен тысяч точно. В отпуск уже, конечно, не поедем. Нужно выбрать либо море, либо ремонт. От мучительного выбора можно избавиться и даже выполнить все летние планы. Как это сделать, знают в банке «Восточный». На самом деле на ремонт сегодня можно тратить всего 30 рублей в день. Да, это звучит фантастически, но в банке «Восточном» 6 июня будет проходить распродажа кредитов. Распродажа кредитов – это шанс воспользоваться предложением от банка, чтобы сделать качественный ремонт. Тем более, что условия, которые предлагает «Восточный», позволяют не экономить на качестве материалов. Мы предлагаем кредит до 500 тысяч рублей со ставкой в 11,5% годовых. Этой суммы вполне хватит, чтобы превратить свою жилплощадь в квартиру мечты. К тому же погашать такой кредит будет достаточно комфортно для бюджета. Наша героиня Полина уже решила для себя, что ремонт будет делать не одна. И нашла себе надежного помощника банк «Восточный». Ремонт всего за 30 рублей в день – удачное предложение, которое позволит и квартиру обновить, и в отпуск съездить. Ремонт и отпуск – отличный план на лето. А чтобы оба этих дела были вам по плечу и по карману, обратитесь к проверенному специалисту в этих вопросах банку «Восточный».